Количество камер на дорогах в этом году станет больше. Сейчас идет замена устаревших моделей на современные. Они будут работать в двух направлениях и следить за соблюдением всех правил дорожного движения. Об этом заявил начальник ГИБДД города Андрей Капунов. Сменяют так называемые скворечники, арены, то есть ящики металлические в антивандальных стационарной арене. Вместо них сейчас будут устанавливать новые комплексы, которые будут работать не в одном направлении, а будут работать даже в двух направлениях, перекрывать два направления и выявлять не только скоростной режим, но и движение по обочине. И еще одна важная новость для автолюбителей. С этого года регистрировать автомобили можно будет без посещения ГИБДД. И помогут в этом сами дилерские центры. Новые правила оформления транспортных средств начали действовать с 2020 года. И вот что об этом говорят сами дорожные полицейские. Определены те агенты, если так сказать, те, кто будут заниматься непосредственно сопровождением, опять же таки, документов. Повторюсь, что выдавать регистрационные документы они не будут. То есть подразделения госавтоинспекции как занимались регистрацией, перерегистрацией транспортных средств, так мы будем этим заниматься. За исключением, то есть будет возможность, торгующая организация будет выступать, так сказать, посредником между покупателем и подразделением госавтоинспекции. К примеру, я приобрел автомобиль, у меня собрали пакет документов от моего имени, подготовили, направили его в подразделение госавтоинспекции. В госавтоинспекции автомобиль зарегистрировали на покупателя, и торгующая организация это получает, все выдает покупателю.